Когда в квартирах будет качественная горячая вода? Ответ на этот вопрос жители микрорайона Марусино пытаются узнать уже несколько лет. Чтобы исправить положение, к решению проблемы подключилась администрация округа. Наболевшие вопросы обсудили на встрече с жителями Марусино. Даже больше. Вот мы только что набрали еду. Это холодная вода, горячая еще хуже. Когда последний раз из крана текла чистая вода, жители микрорайона Марусино уже и не вспомнят. 3 года назад, а может и 5. Но факт остается фактом. Ржавчина везде и всегда. Причина такой воды известна. Это оседающий на дне труб отложения железа. Под напором они поднимаются и попадают в квартиры пользователей. Ржавой ситуации можно было избежать, если бы управляющая компания проводила гидротехническую промывку системы. Мы сегодня видим, что управляющая компания данной работы, как оно положено по регламенту, не проводились. И они не проводились не только в 2020 году, они не проводились и в 2019 году. Это факт. Понимаете? Сегодня мы, когда это обнаружили, увидели, мы подключили, грубо говоря, теплосеть. Мы сегодня из теплопункта промываем, подключив компрессор к данной сети, где мы непосредственно накачиваем воздух, то же самое под давлением, промываем полностью систему. Жители и сами пытаются чистить воду. Открывают кран на полчаса и дольше, но это не помогает. В администрации сообщили, в данной ситуации этот способ неэффективен. Единственный выход – промывка. Сейчас этим занимается теплоснабжающая организация. В рамках ее проведения теплосеть зафиксирует объем воды, потраченный на промывку. Жителям, в свою очередь, сделают перерасчет. Сколько за расчетом на одного человека управляющая компания в объеме пересчитает? Конкретно скажите, объем, либо это срок, да? С 1 января, вот 31 января, за воду горячую мы не платим. У нас есть приборы учета. Мы когда завершим промывку, у нас будет видно количество кубов, которое было затрачено на промывку. У нас есть количество лицевых счетов, которые непосредственно в 40 домах проживают. Мы просто пропорционально разделим этот объем на каждый лицевой счет. На встрече с жителями глава городского округа Владимир Ружицкий предложил создать рабочую группу, куда помимо жильцов пойдут представители администрации и теплосети. Она и будет контролировать вопрос качества воды. Кто вошел в состав рабочей группы? Я попрошу через рабочую группу, сейчас мы изберем председателя этой рабочей группы, отработаем с Василием Ивановичем, и вся информация будет доведена через социальные сети, через ваших старших по домам. Стоит задача в ближайшие там дни навести порядок. Жителям Марусино пообещали, что к концу недели промывка системы водоснабжения будет завершена, и из кранов потечет вода, соответствующая всем нормам. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.